А касаемо группы, можно по-разному ответить на этот вопрос. Ответьте по-разному. С одной стороны, все рады быть в этой группе. Не только Россия, но и поляки, и чехи, и греки. В принципе... Нет различий? Лучшего жребия бы, ну, трудно было бы пожелать, да? Если бы спросили, вот хотите такую группу, все бы сказали, что да, да? С другой стороны, если сборная России не выходит из этой группы, это будет, это, поливка отходами всей команды и всех вместе взятых, кто причастен команды, это раз. С другой стороны, если ты выходишь из этой группы, в принципе, ничего особенного не произошло, ты попадешь 90% на очень сильную команду. Если ты проиграешь ей, то скажут, ну, конечно, трупов обыграли, а как попалась нормальная команда, с ней не справились. Но выход только один, значит, надо, и так как все хотели сыграть, и я в частности, сыграть в Киеве, на Украине, а так как финал. При сложившейся ситуации в Киев, на Украину можно попасть только если выйдешь в финал, поэтому я думаю, что сборная России просто обязана это сделать.